Да. Кстати, я на прошлом стриме прихлопнул одного комара, он прямо у меня на тетрадку упал, это получилось такое жертвоприношение в прямом эфире. Мне очень жаль, конечно, но он кровопийца и паразит, поэтому как бы он уже кровь будет мою пить, ну, понимаете, как бы, вот как, с одной стороны, как бы и жалко, да, животное, но с другой стороны, вот, приходится вот так, такими методами применять. О, смотрите, я тоже вкусненький. Приби. Только женские особи пьют кровь. Что простить личинок? Ей нужнее, чем я. Сейчас показать, что я, типа, свой. Американским считают. Надо мне сейчас вот показать, что я, типа, свой. Жалко комара. Долетался.